Так, добрый день всем. Сейчас попробуем вот это изделие. Вот у нас здесь патроны. Снаряжены уже на зайца. Порох салют. И попробуем их зазвездить. Кстати, не сделал я еще меточку, чтобы попадать. Я вот на прошлом делал метку. Раз. Я только вот не пойму, почему так обжимается. Мало. Вообще чуть-чуть. Знаете. Ну, в принципе. Так, попробуем дожать. Вот так. Вот, сформировать, да, и вот сверху дожмем грибком. Вот. И посмотрим, что у нас получится. Ну, раструба тут нету, но хочу проверить одну штуку. Это вот так. Ну вот здесь видно, что можно бы втулочку бы вот эту немножко еще подточить. Потому что конус не шибко до конца работает. Но буртик есть, патрон закрыт. Пробуем следующий. Так, в принципе, все работает. Я вам сразу скажу, это не станок, это не ли, это не мех. Здесь всего как бы для души, да. Вот любите упс. Вот этот упс, он для души. Сейчас попробуем. То есть вот вы закрыли, все снимается по-прежнему плохо. Ну, тем не менее, смотрите, звезда есть, звезда хорошая. Я их докручу, вопросов нет. Кстати, сколько я оставлял на этих линзах? Как раз вровень. Сейчас попробуем белые снарядить. В принципе, звезда работает. Вот, гляньте, без всяких этих вот. Провернул, вот села. Все. Ход вот этой матрицы вообще минимальный. Я не знаю, зачем это сделано. Вот она увеличена. Вот видите, вот так и все. А вот эта матрица уже... Давайте вот так попробуем, как есть. Что она нам закроет? Я чувствую, что она закроется попало. Потому что звезду... Да. Вот я гильзу использовал. Видите? Вот такая беда у меня была. Не работают эти матрицы в так, куда бы это теперь все пересыпать? Не работают эти матрицы вот так. Видите, что она делает? Вот обязательно нужно отдельно вот эту сформировать, потом отдельно ставить грибок. Почему это происходит, я вам скажу. Виновата вот эта матрица. Вот ее нужно сделать вот такого размера. Зачем ее удлинили, я не знаю. Но она шалашик немножко формирует. Если бы она сильнее его захинала, то вот эта матрица работала бы сразу, как и у Ямана, как и у других производителей. Ну, вы видите, что получается. Вот такая беда у меня не первый раз. Так, сейчас я отключусь. Это вдруг высыплю. Ну вот, к сожалению, вот такая беда происходит с гильзой. Сниму я ее на забраковку. И это у меня уже не первый раз. Еще раз говорю. Зачем вот здесь увеличили длину, когда ее надо уменьшать? Иначе звезда у нас
формируется вот так. Во-первых, вы видите, какое расстояние? Здесь и сантиметра нету. Я ее вот так надавил, и вот оно и все. Она должна формировать шалаш. Если я сейчас вот этой матрицей сразу давану, у меня звезды не будет вообще. На старых матрицах что-то такого как-то я сильно не наблюдал. То есть вот я должен вот так ее сформировать сильнее, потом отделить грибок и додавить уже до конца. Иначе беда. Вот звезда работает. Дробинка одна колыхается. Не хочу я портить гильзу, показывать еще раз этот косяк. Но этот косяк у нас кроется здесь. Ее надо срезать где-то на 6 миллиметров, это точно. Возможно, я съезжу до токаря и это все исправлю. Вот не хочу. Вот приходится снимать грибок. Вот реально это неудобно. Это никакая там не антиреклама, не что-то еще. Это просто нужно доработать. Почему? Звезда, кстати, классная получается. У вот таких матриц Ямана этих косяков нет. Но еще раз говорю, это все из-за вот этой длины. Может быть сделано специально, чтобы там вот здесь вот. Вот опять же, видите, вот здесь нету фаски. Я уже говорил насчет фаски. Вот как вот я должен его одеть. О, наконец-то оделся. Когда у меня было все приборы, были все матрицы вот эти, то, знаете, я уже сравнил, я уже вижу, что конкретно здесь надо доделать. И вижу сразу, вот опять плохо снимается. Это еще один косяк, который я уже на видео описывал. Снимается почему плохо? Вот здесь 3 миллиметра надо сделать проточку. Она должна вот здесь 16 быть, вот здесь 15. Вот так, 3 миллиметрика. Вот эта часть стопорится вот здесь. И она снимается плохо, когда вот этот пластик весь еще вот здесь вот прилипает. В принципе, просто может быть помазать, не знаю. Ладно. Посмотрим. Так. Давайте дальше смотреть. Не хочу портить гильзы. Там уже и порох, и все снаряжено. Еще раз говорю. Если вот так давануть. Видите, она не сильно. Может быть так как-то задумано хитро. Я не знаю. Может быть чего-то не знаем. Но хотя бы вот так надо ее сформировать. И потом поставить вот эту часть. Иначе беда. У меня не одна гильза уже зажевана. Я когда первый раз его крутил, вот, кстати, снимается по-прежнему плохо. Но, смотрите, бортик классный. Нали такого нету. Вон наш бортик. Нали он меньше. И здесь он ярко выражен. Смотрите, нету зарубов никаких от рисов, да, то есть, не знаю, звезда нормальная. Нету у нас раструба, который раньше был. Видите, повторно заходит. Легко. Штангелем. Сейчас промеряем. Вот он наш штангель. Ну, нали, я бы их уже закрыл. Поэтому еще раз говорю, вот смотрите, 20, 21. Это не ли. Вот 20. Ну, десяточка здесь есть. А если вот так, то 19,7. Есть небольшой конус, есть. Матрицы уже работают. То есть, вот эта втулка сделана правильно. И здесь уже есть конус. Честно сказать, вот хочу бить, не пойму, зачем вот эту штуку удлинили. Вот реально вот так вот сточу ее.
на наждаке. Посмотрите, что будет. У меня будет вот эта матрица сразу закрываться. Не надо будет отдельно ничего ставить. Поэтому налий. Я бы их уже закрыл. И сидел бы, пил бы чай. Или где-нибудь, что-нибудь в интернете смотрел. Но еще раз говорю, это не ли. Это не какой-то мег или что-то еще. Это больше изделие, как я сказал, для души. Это первое, и второе, оно остальное. И третье, это его цена. Вот, смотрите, бортик есть, конус. Конус видно глазом, вон он есть. Вопросов нет. Патрончик плотно закрыт. Что еще надо? Вот 25 штук за вечер снарядить. Можно 50, легко, да? То есть, ну, вот не знаю, давануть или не давануть, испортить одну еще гильзу. Дело в том, что смотрите, видите, конус, он не сформирован, гильза не закрыта, и когда вы начинаете давить, то вдавливается вот эта часть, и вдавливается на через вот то отверстие туда. И, естественно, у нас звезда получается косячная. Поэтому я что-то не помню. На старом, прямо сейчас посмотрю свое видео, у ПСе эта часть у меня, вот эта, была такая длинная или она была короткая? Вот зачем мы ее удлинили? Что-то не пойму. Снимается, конечно, плоховато, но снимается. Ну, здесь, знаете, еще есть, можно смазать, приработается, как бы, и вопросов не будет. Но звезду закрывает неплохо. Я вам скажу. Опять же, это бэушная гильза. Будет видео по новой гильзе. Все будет. Может быть завтра. Вот так вот ставится на глаз. Прям щелк. Все. Я здесь хотел риски сделать. Не нужны они здесь. Ну, еще раз говорю. Вот здесь маленький ход. Очень маленький. И вот эта звезда не докрывается до конца. Поэтому приходится... Вот так, раз, вот она, видите, сжалась, потом ставить вот эту часть и до конца додавливать. Иначе беда. Ну вот, собственно. Кстати, видите, вот это вот получилось отверстие. И сейчас я попробую закрыть без отверстия. А вот это отверстие у нас будет влиять. Так, раз. А вот это отверстие у нас влияет. Вот смотрите, видите, я не до конца сжал. И она начинает закрываться. Нам надо сжимать его до упора. Вот, она аж вышла, да? До упора мы сжали. И попробуем сейчас. Будет у нас отверстие или нет? Ну, небольшое вон есть. Ну, по крайней мере, не знаю. Звезда красивая. Гильзы. Не 70-е гильзы, там 68, по-моему, с половиной. Изделие работает. Но вот эту штуку, ребята, я ее болгаркой, наверное, все-таки срежу. Может быть, не болгаркой, может быть, придется стачивать. Но мне это не нравится. Почему? Потому что было у меня сколько матриц. Я вот эту операцию я делал сразу. Вот так. Класс. И все. Может быть, да, вот так вот удобнее. Может быть, так вот проще. Там, ну, гляньте. Пуртик, звезда. Все. Отлично. Ну, вот... Лично по мне, я бы все-таки что я бы здесь сделал? Давайте сейчас все разберем по порядку. УПС хороший, УПС надежный. Заказал я к нему приблуду одну. Очень интересно будет самому протестить. Я, в принципе, его из-за этого и заказал. Я заказал к нему одну приблуду. Звезду классно делает. Вот вообще, прямо вопросов нет. Заряжай и стреляй, даже докручивать не надо. Кстати,
есть еще кое-что. Вот так его раз. И сейчас мы попробуем немножко дожать. Вот. Видите, какой конус получился. Как будто мы докрутили патрон. Конус получился вообще реальнейший. Гляньте, аж гильзы. Для сравнения. Давайте красную возьмем. Видите? Даже какое расстояние вот здесь между и вот здесь. Сейчас все замеряем и, наверное, пора прерваться. Потому что все под звезду закрывать смысла нету. Я думаю, вы все поняли. 15,7. Пожалуйста, 16,1. Тут у нас по краю 19,8. По самому краю 19,7. Здесь у нас 0,0. Ну, по краю будет так же, вот где-то вот так. Вот 19,5, гляньте, а по самому краю вообще 19,2. Вот. Вообще красота. Так. Первое, что я бы сделал. Вот, вот. О, видите? Вот здесь есть фаска небольшая, а здесь ее практически нету. Вот они две детали. Это раз. Сделал бы вот здесь фаску сильнее, ярче выраженную. Второе. Вот здесь точить надо 6 мм точно. Тогда будет вот эта часть у нас работать полностью. Вот так вот мы ее оденем, закроем, как на уксе Ямана и в других. И будет она нормально работать. Но опять же, это просто моя рекомендация. Производителя уважаю. Вопросов к качеству или к чему-то еще нет. Просто бы я бы для себя вот сделал бы вот так. Потому что в другом случае будет у нас так. Ну, а теперь можете поставить на секундомер и посмотреть, сколько по времени занимает процесс везения. Вот раз. Вот видите, плохо одевается, потому что у нас гильза лохматая. Вот. Я уже говорил, что надо сделать. Вот это выбросить. Вот так дожать до конца, именно до упора. И потом еще раз закрыть. Вот, собственно, и все. Гильза наша закрыта. Ну, в принципе, не так уж и долго, да. Но все-таки вот это вот то, что я сказал, вот здесь просится фаска, это раз. Уменьшить вот там высоту. И когда можно делать сразу две операции, вот так одеть целиком и закрыть. Это был бы плюс, ребята. А что-то у меня тут не закрылся еще. А почему? О, как. Я что, не попал, что ли? Я попал. Сейчас вручную что-нибудь попробуем сделать. А что нам это скажет? Закрылась. Ну-ка, закрылась, ну бог с ним. Что-то с гильзой. Немножко криво, может быть, не попал. Ну, закрылась. Стрельнет. Вот у нас вот так вот мы звездим. Раз. Если быстро. Два и три. Все. Пожалуйста, наш патрончик. Процесс был бы быстрее, если бы вот здесь вот так 6 мм геть. И вот эта часть одевалась бы сразу. И вот здесь у нас есть фашка, она хорошо одевается, а здесь ее практически нет. Вот даже две детали, видите? Ну, в принципе, и все. Что хотел сказать, остальное потом.
Так, ну в принципе, вот я все закрыл, вопросов у меня в принципе нет. Красивые патрончики получаются, если дожать, получается вот конус вот такой, посмотрите, намного ярче выражен. Звездоглаз. Но закрывает даже когда я не попал. Вот он, последний патрон. Я вот эту матрицу не попал, да, поставим к этим, режем. И вот сейчас мы его закроем. Раз. И два. Как бы будет некрасиво, но тем не менее, посмотрите. Здесь есть конус. Патрон у нас свободно. Да, некрасиво, но он стрельнет. Никаких замятий, ничего нет. Поэтому изделие работает. Все нормально. Матрицы звездят не хуже от Ямана. Даже конус здесь, если додавить, вообще супер получается. Я вижу, что вот эта высота подогнана изумительно. Но все-таки я бы вот именно эту часть, вот так бы вот здесь, вот где-то вот так бы я бы срезал. Это первое. Как ее ровно срезать? Я бы это сам срезал, ну, не знаю, либо на наждаке вот так прислонить и сточить. И потом вот здесь надо как-то фаску еще сделать. И по поводу фаски. Видите, ее здесь практически нет. А здесь она хорошая, нормальная. Вот, в принципе, и все. Новые гильзы попробую в следующем видео.